Постпозитивизм – общее название для нескольких школ философии науки, объединенных критическим отношением к эпистемологическим учениям, которые были развиты в рамках неопозитивизма и обосновывали получение объективного знания из опыта. Основные представители – Карл Поппер, Томас Кун, Имре Лакат, Осипов и Ерабанд, Майкл Полани, Стивен Тулмин. К постпозитивизму близки работы школы неорационализма, в особенности Г. Башлера и М. Фуко. Источники Имре Лакат. С «История науки и ее рациональной реконструкции» Никифоров А.Л. «Философия науки. История и методология» М. 1998. «Структура и развитие науки» М. 1978. «Современная философия науки. Знания. Рациональность ценности в трудах мыслителей Запада» Хрестоматия М. 1996. «Сокулер З. Знания и власть. Наука в обществе модерна. СПб. 2001.